Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов. 2 года назад я на этом объекте монтировал дымоход. Сейчас поднялся на крышу и покажу вам, что происходит, когда вы топите углем, а не дровами. Перед вами вот такие вот образования маслянистые, которые оседают на грибок, отбивается сначала дефлектор и стекает вниз по трубе, и, соответственно, дефлектор тоже забивает, но, слава богу, не на 100%. Видите, что на металле есть наросты черного цвета, никуда от них не уйтись. И через кольцо уплотнения все стекает вниз. Поэтому, если вы решили ставить дефлектор, то и будете топить углем, то вы должны понимать, что будет с вашим внешним видом, с вашим грибком, с вашим дефлектором и кольцовым уплотнением. Поэтому будьте готовы. Ставить грибок или нет, это ваше решение, но вы должны помнить, что по строительным нормам и дефлектора, и грибки запрещены. Поэтому с вами был Дмитрий Михайлов. Надеюсь, что видео было полезно для кого-то. Все, всем хорошего настроения. Пока.